приводит сигнал сюда. Аварийный сигнал, я его открываю окно, где он у нас проведет, ну, это пик трафика. Здесь у меня будет подтверждено, что это подтвержденный пожар, и что будет выпустилось CO2. Все, я это зафиксировал, предупредил. Так как это удаленно, больше у меня сигнала не будет, я должен объявить всем эвакуацию. Я нажимаю кнопку. Во время тренировки я просто уровень сигнала понижаю, ну, чтобы он не так был. Он должен звучать во время... Сейчас сигнал идет? Да, да, по всей станции. Подождите, тогда сделайте отбой. Мы это отработаем. Нет, без объяснений, а сами... Attention all personnel. The facility is on emergency status. All personnel stop all work and proceed to their muster or emergency stations immediately. Внимание всего персонала. Объект находится на аварийном положении. Всему персоналу немедленно прекратить работу и проследовать к своим пунктам сбора или аварийным станциям. Attention all personnel. The facility is on emergency status. All personnel stop all work and proceed to their muster or emergency stations immediately. Начало пожарной тренировки. Пожалуйста, оповестите группу выздоровления Марк и доктор. Василий. Валерий, так как у меня здесь ничего нет, я не могу с тем узлом ничего сделать, кроме наблюдения. Здравствуйте, я начальник смены перепрочивания Александра. У нас плановая пожарная тренировка. Начало. Звоню в ТК. Поверь, пожалуйста. Директор, начальник смены НКС Бачевняя. У нас начало пожарной тренировки по сценарию номер 6. Возгорание генератора на везде. Начало. Окончание доложил. Всего спасибо. Ну, потом, когда это срабатывает, я обязан всем сказать, что все перешли на аварийный канал. Все работают на одном канале. У нас специально на радиостанции. Ну, я в этот раз... Конечно. Да. Все работают на одном канале. Он имеет приоритет, когда вы не все каналы. То есть, аварийный канал сейчас задают все другие каналы сети. Поэтому, как правило, не используется. И, кроме того, пожарного приоритета. Он перебивает всех. На моей станции это пропустим. Сейчас по маршруту до узла СОД проводит первый по газовый анализ. Автомобиль следует при наличии водорода. Надеваете самоспасатели, накоите все. Один стрелок на защиту соседнего шелка.
на 51 устанавливается на защиту. Время 17:36. Время включения 17:36. Так, Алексей. Значит, необходимо, топливный газ, дидиди топливного газа пройти, отключить. После этого с ключами проходите в шелтер, проводите разведку, сработала система СО2 или нет. Делайте постоянный газоанализ и доклад. Понятно, да? Все, фонарик, газоанализатор дали вам. Газоанализатор собираете. Ну, в виде очень сильного исключения. Обычно умеренно предохранять. Без сознания. Уже
Дыхание сюда не поступает. Перенесите, Алексей, подходи сюда, сейчас поможете доктору.